Так, возможно, мы сейчас сделаем кирпич, но, наверное, нет. Я на это надеюсь и верю. Мы пробуем обновить, перепрошить Ромена. Он в прошлый раз становился кирпичом. Так, надо выключить вот так, чтобы батарея у нас. Все, сливаем воду, сушим весла. Кирпич не работает больше. А вот и я. Приехал позаниматься пикапом, снял я актуатор. Это вот такая херобора с электромотором. В итоге я взял обратный молоток, цеплялся, не смог его вытащить, сильно вкис этот болтик. В итоге болгарка зарешала вопросы. Сейчас у нас здесь проверка. Типа все ходит, да? Там как-то надо. Все ходит.